have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Аладушки, и мы с вами идем в Wild West в Тапсе. Добывая динамит, копая динамит. Mining the dynamite. У нас есть все, типа, против нас динамитные шашки и кирки. Без понятия, кто вы такие, ребят. Я вас не знаю, я знать не хочу. Плохо. Я не успею. Стреляйте! А они еще там что-то отбивают. Вообще неплохо. Супер! Я что-то... Нет, у меня 1900. Я все собрал. То есть я могу вот так вот сделать. И, допустим, могу... Уж там, не знаю. А, он 1000 стоит. Блин. Могу вот так сделать. Там 200 у меня оставалось, ладно. Ой, молодцы, они сами себя динамитом повзрывали, что ли? Чувак на лошади, красавчик. Чемпион. Нет, не застревай там. Живи! Он на него накинулся, он его убил. Так, осталось 3 пьяных шахтера против 2 чуваков с бутылями. Фига. Ладно, 2 пьяных шахтера. Пожалуйста, травите их. Отлично. Отлично. Травите, травите, травите. Уворачиваются тем, что они падают. Ладно, последний остался. Я думаю, мы его дотравим. А, там еще кто-то был живой. Все это время там просто валялся кто-то живой. Фига себе. Фух. Вы кто такие? А, это кактусы. И шахтеры. И кактусы. 3600 опять же. А что делают кактусы, мне интересно. Так, погодите, нет, вот так. Ну, опять же, стратегия себя не оправдала. Сколько, 2 трупа после всего этого? Нет. Где наши азиатские друзья? О, кстати, мы можем вполне взять Снейк Арчеров. И посеять хаос и панику. Они сами себя вот этими штуками не бьют, да, видимо? Блин, к нам кактусы доходят. А у них трупов нету. Хорошо, я вас понял, вообще без проблем. Убираем всю эту свистопляску, делаем вот так. Просто не пустим их к себе. Я надеюсь. Ага, не пустим. У меня не хватит денег на такое количество, чтобы не пустить. Тоже не проблема. Делаем вот так. Ого, кактусы, смотрите, сколько выдерживают. Нет, нет, это все не то. Супер, 3600, дайте мне тогда, пожалуйста. Кого я хочу?
Я хочу Зевса. И на 1600 как раз вот Минотавра мне сюда. Ах, хорошо пошло. Давай. Минотавр всех собирает, Зевс всем всех добивает. Кактусы прям, смотрите, кактусы имбуют. Минотавр живой до сих пор. Я рассчитывал, что его гораздо на А, погодите, кактусы изолированные получаются? Ну, то есть, ему прилетает? Но он живой. В чуваке просто молнии торчат. На! Такая дурь. Кактусы офигенно изолированные. Вот опять. А это типа наши? У меня есть три кактуса. Какой-то ковбой. У них три ковбоя. Предположу, что... вот так вот, наверное. Раз, два, три, четыре, пять. Пойдем. А, это не мои нифига ни разу. Смотрите, да, кактусы изолированы, и они не пропускают по себе молнии. Поэтому нам здесь невыгодно. Нам здесь невыгодно. Нам нужно... 4500. Вообще, почему они на моей территории... Смерть прямо за твоей спиной. Мало того, что они изолированы, они еще и бронированы. Блин, и он сейчас просто выстрелит мне по смерти три раза, да? Он вытащил? Не дайте им перезарядиться! Все, отлично, победа. Мне нужно было, чтобы смерть дошел до них и схватил. Кактуса просто затыкали, смотрите. То есть, мечеметатели, они пусть даже, ну, не убивают. Ну, не то, что убивают. Они убивают, конечно, но они, по крайней мере, останавливают. Они, по крайней мере, останавливают. Хорошо. Учтем это. Нам останавливающий эффект как раз нужен. Блин. Чертовы кактусы. И там ковбои. Куча ковбоев просто. И тут два кактуса и куча ковбоев. Значит. Идем по той же схеме. А, блин, третью толпу-то я и не заметил. У меня мечемета не осталось, да? Они его взорвали. Победа? Я думал, что это проигрышная катка. Хорошо, что за чуваки с гробами? А, это сейфы. И чё вы в меня эти сейфы кидать собрались? Ха. 200, блин. Мне просто с этими подкреплениями, которые там выходят из-за домов, они просто сейфы с баблом тащат, смотрите на них. Блин, я забыл, что мы это проходили уже. Кактусы, они не улетают. Я протупил.
принципе... Так-то. Ну вот кинул он сейф, и чё? А, сейф еще и взрывается. Ну, то есть это как у скандинавов, которые лодку кидают, да? Смотрите, какое избиение тут творится. Сколько у кактуса жизни, скажите мне, пожалуйста. Как? Как это реально вообще? В общем, я понимаю, что пока они сейчас будут в них стрелять, я пойду сейчас успею чаёчек приготовить себе, да? По-моему, проще будет его до конца карты допихать и скинуть туда куда-нибудь. Я не пойму, они урон получают вообще кактусы или нет, если им по броне стреляют? Ну, потому что принять такое количество дэмэджа, это вообще нереально. Мне кажется, один чел просто стреляет в этот, в столб. Упади, упади уже, упади, блин. Чё, всё, патовая ситуация? Ну, то есть я ничего не сделаю кактусу, он ничего не... Я тебя понял. Ну, то есть я их сдерживаю, да, но сделать им ничего не могу. Так, мне нужно, наверное... 4 хедбаттера, просто разминировать эту ситуацию. Ну и давайте, наверное, айс арчеров поставим чуть-чуть. Да, сейфы мы разминировали. Кстати, с этих сейфов и взорвали парочку кактусов. Отлично. Он просто за ногу ему вцепился и... Не пущу! Нет! Не ходи туда! А чё это, чё? Я не понимаю иногда. Они просто валяются, ну, вроде как мертвые, а нет. Так, тут будет подкрепление сбоку. Я так понимаю, что с этого двора... Да, еще и сзади. Ты прикинь, какие крысы, какие крысы. Еще и на лошадях. А у меня 4800. Мне не хватит даже на двоих риперов. Что, отвратительно. Так, да. Минуточку, а ярл сколько стоит у нас? Вот ты, блин, не туда посмотрел. Так, где ты? Вот он. 1500 у нас ярл стоит. Я, в принципе, не против. Давайте его сюда и на 800. Что можно интересного на 800 заказать? Двух алебардщиков? Да, давайте. Блин! Странный динамит. Ладно. С этими ребятами разобрались довольно быстро. Смерть берет на себя кактусов и основной удар, я так понимаю. А, ну так это затащенная катка. Это затащенная катка. Смерть вообще разрулила шикарно. Просто кавалерию снял, засаду снял, с основными силами разобрался. Пфф, красавчик. Поехали дальше. Я даже не посмотрел, кстати, какой длины будет эта кампания. Карта новая прикольная. Вот это вот, ну, Ghost Town. Чуваки с винчестером, я так понимаю, это что-то дальнобойное, да? Да. Угу. Что мы можем сделать? Мы, наверное, можем... Две 500, я думаю, нам тут специально дают, чтобы... Он, чувак, к смерти подошел, его сразу же повесили, нормально.
Подходите, подходите, ребят. Так, у тебя, по идее, угол атаки не тот. Подходите, давайте. Хоп. Два. Три. Четыре, пять, шесть. Дратути. А теперь, я думаю, мне надо отсюда выходить. Ох, красиво. Просто красиво получилось сейчас. А вы кто? А вы заключенные? А что вы делаете, интересно? Ладно. Ну, у нас тут некая тактика выработалась, которой мы придерживаемся. Интересно, сколько у них урона и насколько они крутые ребята. Так. Хоп! Смерть их не хватает. Что уже немножко ухудшает ситуацию. Они их раскидывают, красавчики. А как вот этот чувак умер? То есть все это время он стоял такой, стрелял вверх, а как он сейчас умер? В него прилетело просто другим чуваком или что? Динамитчики. Окей. Значит, по стандарту. Раз, два. Давайте сбрасывайте динамит. Сами себя там повзрывайте. Мне нравится, что они кавалерию просто с лошади снимают, и все. И на этом вся кавалерия заканчивается. Получается, что противостоять смерти могут только те чуваки, которых смерть не хватает щупальцами. И то, видите, не особо долго могут противостоять. 750. Одинокий ковбой. Мне кажется, тут где-то подстава. Ну, типа, бах. А, он увернулся. Вот в чем прикол. Поэтому, ну, я понял, хорошо. Я практически был уверен, что сейчас из двора выйдут какие-нибудь дружки, как в вестерне, знаете, такие. Так, 3800. 3800 это есть не очень много. Чуваков тут как бы предостаточно. Смерть во дворы. А, я не могу туда. Хорошо, в принципе, я могу куда-нибудь вот сюда. Погодите, а на крышу? Надо попробовать, как это работает. Куча вампиров. Ай-яй-яй-яй, вот как это работает. Ой, вампиры неплохо так пригодились. Не-не-не-не-не. Динамит! Привет, чуваки. Вот они динамички, на мой взгляд, самые опасные. Ну, хорошо. Да, тут у нас их четверо. И еще два пушкаря. Чуваки, которые стреляют сверху, вот они реально опасны. Так. Ну, что я делаю? Я, наверное, делаю вот так. И вот так. А, погодите, это гатлинг. Нет, не иди к ним. Ясно. Это ни разу...
Так, за 3500. Это гатлинг. От гатлинга я могу спрятаться. В принципе, ок. В принципе, ок. Вампиры. Я могу команду гатлинга забрать? Ну теперь, в общем-то, все. Я так и не помню, могу ли я забрать команду гатлинга щупальцами, щупальцами. Но в любом случае, если к ним близко, как к любым стрелкам, они просто разлетаются в щепки. Это нормально. Гатлинги серьезные ребята. Хорошо. Мне пока что такая связка очень нравится. На полторы штуки опять вампирчиков набрать. Сотенку 120. О! Эти придурки, они просто кидают динамит себе под ноги, и у них все хорошо в этой жизни. Смотрите. Ну, то есть они даже не дожидаются, чтобы кинуть во врага, они просто его кидают. Да ладно! А кто мне так смерть быстро убил? Это интересно. Кстати, тут нет кактусов. Фиг ли я это... А, это прокачанные, крутые чуваки. Я понял, кто меня так быстро смерть убил. Они уворачиваются. Видите, первый выстрел они уворачиваются, резкий шаг вправо, влево они делают. А второй выстрел по ним уже прилетает. То есть это нужно учитывать. Так, эти чуваки, которые стреляют в небо, тут все нормально. Мы ставим двух риперов и двух вампиров. Нет! Так, хорошо. Черт. Это немножко сложнее. Не по мне стреляйте. Ну не по мне стреляйте. Они с первого раза? Они вроде с первого раза убиваются, хорошо. Ну, я имею в виду с первого удара косой. Окей, это было сложно. Так, лошадки. Ну, тут, в принципе, без сюрпризов должно быть. А, нет, это крутые, это, блин, я опять перепутал. Там стоят двое крутых, которые очень лихо шпарят. Значит, мне... Успокойся, пожалуйста. Мне нужен такой, и мне нужно... Нормально.
нормально. Чтобы смерть затащила, ее нужно прятать. Ну, также, наверное, 11 тысяч. Но я думаю, трюк нам уже известен. Мы сейчас сделаем точно так же. И поставим вот прям вот дофига. Ну как бы и все. Такой пучок прилетел просто в чело. Я понимаю, к чему здесь были эти 11 тысяч, типа, чтобы играть по-честному, но кто же будет играть по-честному? Кто же будет играть по-честному? Так, теперь мы за ковбоев играем, и у нас есть все то. Quick Draw это крутые челы, да? Ну, давайте. Быстрее! Этот звук было слышно очень отчетливо. Ну, давайте кактуса как броню пустим. Ну, норм. Ну, то есть, они прям реально... Они прям реально очень мощные. Что, блин? Почему у меня не было наездников на динозаврах? Это что за фигня вообще тут происходит сейчас? Ну, вы это не сгрызете. Хотя нет, сгрызут. Чёрт его, я не знаю, эти... Блин, оно последнее осталось против слона. Это было близко. Ладно, значит. И... Вот так. Да... Ясно, это было слишком. Ёлки-палки, я не знаю тогда. Нет, ну я знаю. Нет, ну я... Погодите, а тут есть... Тут есть край карты. Конечно, тут есть край карты. Ну идите сюда. До свидания. Пока. Пока. Туда же. Да-да-да, давайте. Мамонт. Я не знаю, если я по нему попадаю. Так, он может зачарджиться, если что. Отойди! Ковбои против мамонтов прям какие-то. Ну и все. Ну я понимаю, что это читерство, но, блин, а чё бы и нет, если всю популяцию динозавров можно слить. Просто нафиг. Так, блин, начинается вот это вот со спины, которая... Погодите, а сколько у нас осталось... Сколько у нас этих компаний-то осталось? Wild West. А! Ну, мы типа такие половину уже прошли. A lot of farming. Lovely nights.
Хорошо, ребятушки, тогда предлагаю на этом закончить. Продолжим в следующей серии. Наверное, возможно. Возможно, если не будет затыков и затупов. Следующая серия может стать последней по ТАПСу, но имеется в виду по компании. А так, тут еще есть еще на что посмотреть. Блин, мне вот это название нравится. «В погоне за Зевсом». Ясно. Все, пока что будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.